Сравнительно недавно Black Star Inc. презентовал всем меломанам еще одну прекрасную исполнительницу. И сегодня на сцене клуба «Радмир» Кристина Си. Только живой звук и прекрасный вокал. Наслаждаемся. Мои подружки будто из колхоза, да. Мой яркий стиль для них заноза, ну да. Они пищат под носом носа. Носа, носа. А я качаюсь под рекроса, ну да. Йоу, йоу, я темная. Мне безумно приятно, что ты действительно такой творческий человек. Да, я рисую картины, черт подери. Я делаю это, да. Это мое призвание, я надеюсь в дальнейшем развиваться именно в этом направлении. Ну, я думаю, что сегодня также приятно наблюдать за творческой девушкой. Да, абсолютно, я нарисовала ей портрет. Она очень обрадовалась. Ну, это самое главное. Я никогда не радуюсь гонорарам, я радуюсь реакции людей. Это фантастика. Ну, а, собственно, концерт как порадовал сегодня? Да, я не могу сказать, что я фанатка ее творчества, но она порадовала меня, правда. Крутая подруга. Ребят, мне сегодня безумно приятно вас видеть в клубе «Радмир». Я думаю, что сегодня, в такой вот субботний вечер, хочется, наверное, немного отдохнуть, пообщаться с друзьями, увидеть каких-то близких людей. Ну и, конечно же, наверное, все-таки насладиться девушкой, которая нам сегодня будет прекрасно петь. Вы наслышаны о той исполнительнице, которая будет сегодня выступать? Да, вы знаете, я очень мне нравится вообще компания. Ну, как компания, это уже как лейбл, да? Black Star, мне очень нравится, я люблю их одежду. Очень мне нравится. И да, мы слушаем Кристину Си, нам очень нравится, моя сестренка очень любит ее слушать. Тем более, она наша армянка, да, как я понял? Да. Ну, всегда приходим, очень любим. Мы были на Тимати, стараемся ходить на концерт. Сегодня на сцене Кристина Си, Black Star Inc. Я так предполагаю, что красивых девушек, молодых, улыбчивых, именно эта девушка сегодня привела в клуб «Радмир», правильно? Правильно, да. Ну, как в голос, они даже похожи вообще. Клик, клик, ты слышишь звук. Я знаю, что вот это вот милое личико в клубе «Радмир» появляется слишком часто. Поэтому я знаю, что здесь что-то все-таки притягивает, да, вас в это заведение. Что именно? Притягивает, потому что приглашают звезд. С друзьями сегодня? Да. Друзьям передавай привет, пусть они тебя сегодня охраняют. Потому что мужчин на танцполе очень много, а тебя могут украсть. Беги.